Здарова, народ, с вами Алекс Диего, игра Monster Boy. И я тут отсутствовал какое-то время, был на свадьбе. И вообще, блин, нечестно, стоило человеку только на несколько дней уехать на свадьбу, как у него сразу отписываются люди. Жестокие. Ну и Monster Boy — это какая-то серия игр. Вот он, наш главный персонаж. Тянет рыбку, да потянет. Вот что там происходит, ад какой-то. Это что такое, блин? Какой-то безумный гном, блин. На бочке, это барон Мюнхгаузен. Это что был, дядя Набу верхом на бочке? Что-то здесь не так. Пожалуй, надо собраться и пойти за ним. Дядя Набу, блин. Какой-то сатанелый черт, блин, а не дядя Набу. А это наша хата, по-видимому, там. Пора, наша коноха. Мы шустро собираемся. Так, у нас есть вода. Ю. Секреток никаких нету. Там у меня есть инвентарь. Окей. Инвентарь у нас есть. Жизни есть. Это сохранение есть. Игра, в принципе, должна быть интересная. Такая веселая детское приключение. Захотелось в нее поиграть, посмотрел прям. Мне аж понравилось. О, дракон. Эннис, место дракон. Прости, Джин, это я, твой младший брат. Зик, как ты превратился в это? Ты не поверишь, дядя Набу стрелял из волшебного жезла и заколдовал всех в нашем городе. Да, видимо, он совсем крыши поехал. Вот оно что, значит, я не сошел с ума, ведь я только что видел, как он летал на бочке. Да, так и есть. Он летал на бочке с королевским нектаром, который он, похоже, стащил у короля. Не нравится мне это. Нужно остановить его. Ты видел, куда он направился? Он полетел к маяку. Тогда там и встретимся. Окей. Дядя Набу полетел к маяку в дальнем конце пляжа. Там мы встретимся, хорошо? Хорошо. У меня есть карта. Это я. Нам туда. Остров Черепа. Карта-то это не маленькая. Начались наши веселые. А, какой счастливый крабьен! Крабьен счастья, блин. А ты что? О, с него и похилились. Я там страшен. Икс, что там? Знаете ли вы, что можно атаковать, присев, удержите вниз, нажмите X. Ага. А, ну хорошо, хорошо. Шкшкш. Пошел мерзкий, маленький. Так, тут есть лесенка. Ну, музыка такая бодрая. Монетка. И еще монетка. Я довольно-таки шустро плаваю. Не зря я живу на острове. Маленькие крабьенчики. Большой крабьенчик. Крабовая без... О, злой мелкий краб. Он злой, потому что он мелкий. Из-за этого он пуков нюхает больше. А большой счастливый такой. А, монетка ушел. Ну куда ты их скатишь? Так, мы видим сундук. Хижинок. Синий краб. Синий краб, ты наркоман. Ну тут я ничего сделать не могу, по всей видимости. О.
Купи ботинки. Хорошо, продано. Откройте меню, чтобы нарядить. О, это что за хрень? Наконец-то свежий воздух. Спасибо тебе, синеволосый. Ты в порядке? Хотя о чем-то я. Ясно ведь, что мой дядя и тебя превратил в монстра. Что я... Пипилогу, а не монстр. А твой дядя тут старый летающий тип. Я спросил у него о зеленоволосой девушке, которую еще он засунул меня в бочку и рассмеялся. Я должен найти ее. Пока. Осторожно, ты чуть не сжег нас заживо. Ой, раньше там такого не было. У тебя же есть щит против огня, правда? Подожди, я придумаю, как избавиться от этого существа. Ты купил тяжелые сапоги, здорово, они раз помогут узнать, что там спрятано на дне. Хорошо. Что спрятано на днище морском? Зеленый веселый корабьен. Сергей, ты чё такой толстый? Так, надо подышать. Такой. О, ничего себе, щит поймали. Этот щит отполирован так гладко, что отражает огненные шары обратно во врагов. Хорошо. Мы опять спускаемся на дно. Блин, это не огненный шар. Можем всплыть здесь. О! Теперь я Марио нафиг. Что тут написано? Эй, чтобы прыгнуть выше, надень подходящие сапоги. Логика безупречная просто. О, немного отхила. Ну, мне же интересно, а что здесь на дне? И здравствуй, дно, я иду к тебе. Я кататься не умею. Тут довольно-таки жесткий райончик-то. Так, подышали. Ага. А тут я никуда пройти не могу. Как я понимаю, да? Ползать я не умею. А вверх я только так могу проплыть. А там я не могу залететь. То есть пока я не научусь превращаться во что-то маленькое и кататься колясиком. Но я могу пройти с другой стороны. Так, я вижу сундук. А как к нему попасть? Там вижу цель, не вижу препятствий. Но игра предусмотрена для того, чтобы перепроходить ее несколько раз. А
Так, ну я хочу везде побывать. Это же такие игры, где надо... А, тут дно неглубокое. Так, все, всех вырезали. Вернемся в самое начало. Самое-самое начало. И утонем здесь. Тут есть дверь. О, а как ее открыть? То есть на данном этапе игры я ничего здесь потрогать не смогу. Игра сделана так, что... Возьмем эликсир, распродают. Это магазин, оказывается, а не наш дом. То есть у меня кто-то в доме живет, блин, и барыжит моими вещами там. Зашел все домой, покупай вещи. Удобно устроилась эта жаба на моей хате. Да черт. Прыгай выше, быстрее, выше, сильнее. Быстрее, выше, сильнее. Маленький крабий суп, блин. А? О, я могу еще и глушить их на некоторое время. Приятная мелочь. Монетка, стой, не уходи, я все прощу. Собираем бабосики. Он толстый, а. Всё, я готов. Всё, отлично. Молодец я, а? А? Куда этот птеродактиль полетел, блин? А спасибо там сказать, что им помог. Чьи неблагодарное создание. Так. О! Наш бухой дядя, блин. Уии! С волшебным жезлом. Затыкаю насмерти. А ну, прекрати буянить. Отличная работа. Ну и натворил дел твой дядя. Вообще не говори. У меня есть подарок для тебя, думаю, он тебе пригодится. Это... Внучка Мандрагоры. Спасибо, а что это? Волшебный огненный трюфель, конечно же. Я нашел его в бочке, в которой застрял. Тебе нужно его съесть. Есть, но он же такой милашка. Вообще не говори, он сейчас расплачется. Теперь мне эти трюфели только мечтают, чтобы их съели. Поэтому они такие сладкие и на вид, и на вкус. Да что-то не похоже немного, да? Ладно. О, вот теперь ты владеешь силой огня. Жаль, что на пепелогу они не действуют. Вот это да, мне стоит поискать еще таких трюфелей. Это точно. Что ж, не пора. Встретишь девушку с зелеными волосами, скажи, что я скоро найду ее. Пока, синеволосый. Немножко, конечно, странно эта хрень. Тех по цвету волос обзывает. Все, я маг огня, блин. Скоро стану аватаром. Легенде о синеволосом парне. Есть бочечки. Эй, монетка пошла ко дну. Нет, не пошла. Сохраняемся. Надеваем наши ботинки для погружений. Идем на дно. На дно, как в этом, блин, Пираты Карибского моря. Эй, надо подкрадываться к моей попке.
У меня там нету сковородки. Монетка, вернись, я все прощу. Отлично. Безумный краб. Принадлежит музыканту Олли. Олли, оп. Так, ну я не думаю, что я там смогу. Я не умею бить камень. Как бы я герой, но не настолько сильный. Мне еще расти, расти. А, надо сменить обувь на легкую. Отлично. Мы мелодию нашли. Угадай мелодию, теперь можно играть. Вот там. Веселый краб. Я забыл. Безумные, блин. Растения против зомби. Система прыг-удар. Земля-воздух. Так, у нас есть два плевка огнем. Тут у нас три растения. Не хватает плевков огнем. Надо что-то с этим делать. Искать где-то еще огненные плевки. Так, а я тут был? По-моему, не был. Спустились на дно морское. Так, мы ничего сделать не смогли. Ничего не нашли и ушли к чертям. Типа, ты здесь не нужен. А тут можно и так запрыгнуть. Ладно, надо прыгнуть тогда в другое дно морское. Опять счастливый краб-самоубийца. Да ты что? Рыбья морда. Мой хил. Так, ну опять на дно. Тут есть воздух. Рыбы. Плотность монеты золота, блин, намного выше, чем у меня. Ой, ниже, наверное. Поэтому она всплывает. О, сундук. Там есть деньги. This is my money. Ну все. Тело совсем, тварь. Эй, ладно. Я не пойду за ней на дно. А. Из краба выпал один плевок огня. Мы им воспользуемся. Ах ты, краб хитрый. Спрятался, блин. Тех воспущу на бутерброды в Крастер Крабс, блин. Ну, прикольный переход. Так, а там что у нас есть? Есть корабль. Корабль, это круто. О, ну что, монетки есть? Да, я опять в Марио. Игра намекает на то, что надо чаще прыгать. Залазь на корабль. Кстати, его же уменьшили, да, в размерах. То есть, если он сейчас для меня нормальный, то какой он бил,
Какой он был до этого, он был, наверное, просто огроменный. Мяу. Опять этот цветок. Цветок упоротости, блин. С артом, но без глаз стреляю просто прямо как есть. Монетки. Чё, я могу уйти отсюда с чистой душой. Ну, тут что-то есть. Что здесь есть? А, я могу пополнить силу магии. О, синий сундук. А, я тут пройти не могу. Все, ну игра мне ласково намекает, что твое время еще не пришло. А, туда надо стрельнуть. Магия, да и только. О. Монетки из воздуха делать умею. Блин, вот умел бы я так в жизни делать золотые монетки из воздуха. Меня бы, наверное, уже посадили под опыты. И я бы видел ничего, кроме камеры 2 на 2. Если меня, конечно, не препарировали бы. Если бы я остался жив, скажем так. А то мир жесток, несправедлив. Оп. О, сундук, я знаю, как в него попасть. А-а-а. Какой я дерзкий! Собиратель синих сундуков. Так, мы можем тут сразу на дно спуститься. Так, тут есть прыжок в одну сторону, в другую сторону. Куда меня не пускают. Есть рыба. Монетка, вернись. Есть сундук. А, это... Так, ладно, тут я могу попробовать забрать сундук. Наверное, вот в этой обуви. Сюда... Нет? Серьезно, нет? Значит, где-то здесь. Значит, где-то здесь. О! Я же мастер нахождения секреток. О, это чё? Чё это такое? У меня 4 хп! Я стал толще! Вам теперь меня так просто не убить, блин. А ты что? Сюда, рыба. Я тебя сейчас пущу на суши, блин. Офигевшая тварь. А монетка-то вернется сегодня? А, у меня кислород кончается. А у меня тут была отхилка. В смысле? Игра, ты не думаешь, что ты немножко несправедлива в отношении ко мне? Сначала надо подышать. Чем мне это даст? А, тут нету схода. То есть сюда я могу попасть только вот так. Ну, как есть, так есть. Лисичка, медсестричка хочет продать мне еще один бутыль. Только мне не надо.
О, опять наш дядя, блин, Руфус. Или как его там звали, с ума сходит. О, драконяша. Подожди меня! Там дядя Набу, только осторожнее, он постоянно призывает монстров. Я говорю тебе, он спятил. Ну, заметно, да. Я не спорю даже. А вот и он. Что мне надо, негодники? Мой волшебный жезл? Вы его не получите? Да, он просто бухой в стельку, блин. Дядя, не надо больше размахивать этим жезлом. Ты и так уже много чего натворил. Откуда ты его вообще взял? Не твое дело, вы оба пожалеете, что преследовали меня. Я только... неужели закончился? Мне нужно больше королевского нектара. Прочь отсюда, если не хотите увидеть, на что я способен. Команда R. Эй, с этим жезлом шутки плохи. Да, ясно. Гигантский кальмар. О, да. И лапкой. И лапкой. Бей ты лапкой уже. Все, пошел вон, блин. Чуть не убил меня. Моего бедного маленького синеволосого мальчика. Он прилетел, блин. Я поросятился. И на этой неожиданной ноте закончим на сегодня. С вами был Алекс Диего, игра Monster Boy. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. А я желаю вам всего скорого и удачи. Пока-пока.